Сразу два крупных ДТП произошли в Самарской области. На трассе М5 в груду металлолома превратились три фуры. Одна из них сгорела. Полицейские сделали фото. Пострадал только один водитель. А в Самаре поезд разнес БМВ на железнодорожном переезде. Схода состава не было, никто не пострадал. Силовики выясняют обстоятельства произошедшего. Жители Самарской области получат выплаты на восстановление домов после урагана. Деньги выделят из резервного фонда регионального правительства. Это касается жителей села Ирандаева Кошкинского района, чьи дома сильно пострадали 1 июня 2017 года, когда на область обрушился сильный шквалистый ветер. Общая сумма выплат составит почти 170 тысяч рублей. Самарцам измерили уровень счастья. Регион по итогам июня занял 15 место в рейтинге самых счастливых регионов России, говорится в исследовании. Специалисты анализировали сообщения в социальных сетях, форумах и блогах. Как оказалось, самарцы пишут посты с радостным содержанием менее чем в 1,5% случаев. Для сравнения, в Москве, ставшей самым счастливым регионом России, доля позитивных сообщений почти в 20 раз больше. На второй строчке Санкт-Петербург, на третьей – Удмуртия. На четвертом месте рейтинга Крым. Замкнул пятерку Приморский край. Самые пессимистичные россияне, по версии исследования, проживают в Иркутской и Ярославской областях.